Добрый вечер, дорогие зрители. Привет, Рутюб. Мы начинаем прямую трансляцию с красной дорожки 46-го Московского международного кинофестиваля. 46-й раз Московский международный кинофестиваль принимает своих гостей. И впервые прямая трансляция с красной дорожки произойдет сегодня на Рутюб. Мы сегодня с вами увидим самых красивых гостей, самых талантливых актеров и зададим им самые интересные вопросы. Меня зовут Олеся Грибок. Да, это моя настоящая фамилия. Если что, шутки про мою фамилию — мои самые любимые шутки, поэтому шутите смело, получайте максимум удовольствия сегодня вечером. Уже постепенно на красную дорожку прибывают гости. Я наблюдаю за ними прямо здесь, ожидаю своих первых гостей, которым я задам свои вопросы. А для вас у меня есть маленькое предложение. Не каждый может попасть на красную дорожку Московского международного кинофестиваля, оказаться здесь. Далеко не каждый может даже приехать в Москву и посмотреть фильмы, представленные в конкурсной программе, но абсолютно каждый зритель Рутюба прямо сейчас может окунуться в атмосферу кинофестиваля. Посмотрите, волшебные, прекрасные наши гости, вот этот прекрасный ветерок, который развивает вечернее платье. Я предлагаю вам сейчас потратить буквально 5-10 минут и дать себе тоже праздничную атмосферу. Что я, например, делала во время локдауна, когда тоже смотрела кинофестиваль онлайн? Я надевала самое красивое платье, делала себе укладку, макияж, усаживалась перед экраном и смотрела в таком праздничном настроении прямые трансляции. Поэтому сейчас я вам предлагаю сделать то же самое, чтобы в полной мере, скажем так, в 3D-формате окунуться в эту атмосферу. Ну что, мы сейчас с вами наблюдаем за тем, как гости прибывают. Огромное количество прессы. Московский международный кинофестиваль – это крупнейший кинофестиваль в России. Это кинофестиваль класса А. Второй из самых старинных кинофестивалей, которые проводились вообще когда-либо в мире. Впервые в 1935 году был проведен ММКФ, и сегодня мы встречаем ее в 46-й раз в Москве. Как это приятно впервые на Рутюб вести эту трансляцию, наблюдать за гостями. Я просто вот в трепетном ожидании своих первых гостей. Я надеюсь, что у вас сейчас отличное настроение. Мы с вами сейчас постепенно будем все больше и больше окунаться в эту праздничную атмосферу. В этом году на Московском международном кинофестивале можно посмотреть буквально картины со всего мира. Это и участники российские, участники официальной программы, и участники вне конкурсных показов, которых будет просто десятки, десятки, десятки. И да, каждый зритель может прийти и посмотреть эти фильмы в Москве. Фильмы проходят в разных кинотеатрах, и вы можете заранее посмотреть, познакомиться с программой на сайте Московского кинофестиваля для того, чтобы выбрать те фильмы, которые вам наиболее интересны. Настолько разнообразная программа, что, мне кажется, вот для любителей самых разных жанров, самых разных форматов и актеров найдется фильм, который вам понравится. Кстати, на Московском международном кинофестивале представлены не только фильмы полнометражные, не только авторское кино, но и первые серии сериалов. И, возможно, здесь у меня и у вас перед камерой на экранах появятся те актеры, которые участвуют в этом году в конкурсе, во внеконкурсной программе. Я уже готовлюсь задавать им свои вопросы. Вот сейчас можно увидеть, как актеры, в том числе на красной дорожке, общаются с прессой. Опять же, огромное количество прессы, потому что такое событие не может пропустить никто. И я вам предлагаю делиться ссылкой на эту трансляцию со своими друзьями для того, чтобы как можно больше людей вдохновились этой атмосферой и вместе с вами затем обсуждали, в том числе наших гостей. У меня будет очень много к ним вопросов, начиная от кино, от того, как это все снимается, как они себя чувствуют. Мы увидим тех режиссеров, актеров, продюсеров, которые только что закончили самые-самые-самые свежие фильмы, и мы буквально из первых уст узнаем, что мы увидим в этом году. Конечно, с нетерпением мы ждем тех артистов, которых мы обожаем, которых мы знаем уже очень-очень много лет, и наверняка
наверняка вам тоже хотелось бы о чем-то их спросить, но я сегодня буду для вас проводником, скажем так, буду для вас вот этим мостиком между вами, актерами. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже стали постепенно вот проникаться этой праздничной атмосферой. Здесь вокруг меня становится все больше и больше гостей. Я в том числе, кстати, вижу вот прям точно международных наших гостей, тех, кто прилетел сегодня специально на Московский международный кинофестиваль. И хотелось бы, чтобы вы тоже услышали этот гул сейчас, который происходит в театре. Мне на самом деле тоже отчасти, знаете, хотелось бы сейчас оказаться вот прям в гуще событий на красной дорожке. Но там погодка такая, что я уверена, ребят, у вас дома сейчас, скорее всего, намного лучше. Возможно, вам повезло гораздо больше, потому что вы можете как бы и дома находиться со своими близкими, и в то же время вместе со мной смотреть на самых талантливых, прекрасных актеров. Ну что ж, мне интересно, кто сегодня первый войдет ко мне, кто первый поделится с нами своим праздничным настроением. И мне, кстати, очень интересно, любите ли вы вообще кинофестивали, посещаете ли вы кинофестивали, потому что сегодня они проходят вот просто по всей России, и кино становится все более и более популярным. Особенно я очень люблю региональные кинофестивали за то, что зрители, которые приходят на фестиваль, у них гораздо больше возможностей пообщаться с любимыми актерами, с любимыми режиссерами и первыми, кстати, увидеть редчайшие фильмы. Ну а Московский международный кинофестиваль, вот лично для меня это такое погружение в обзор всего того, что сейчас происходит в мире кино. И когда ты приходишь на ММКФ и смотришь с утра до вечера эти фильмы, ты в какой-то момент теряешь вот эту границу между разными режиссерами, между тем, что эти фильмы произведены в разных странах, что они относятся к разным каким-то культурным кодам. Ты просто погружаешься в кино и начинаешь, мне кажется, видеть гораздо больше смыслов, даже, возможно, чем придумал сам режиссер. Да, такое, кстати, бывает. И иногда общаешься с актерами, и оказывается, что они-то на самом деле в своей роли хотели сказать что-то другое. Но мне кажется, что это и есть признак хорошего кино, когда каждый зритель может найти в нем какой-то свой смысл. И вот знаете, здесь сегодня будут присутствовать актеры, в фильмографии которых больше 100 кинопроектов. Вот представьте, что бы ни происходило в твоей жизни, ты можешь открыть свою собственную фильмографию, посмотреть на свои фильмы и решить, каким фильмом ты сейчас будешь себя, скажем так, немножко восстанавливать свой ресурс. И выбираешь фильм в зависимости от своего настроения. Мне кажется, это отличная цель, может быть, для актера кино, сделать так, чтобы твоя семья, твои дети могли вот в любой момент, в любой жизненной ситуации открыть твою фильмографию и насладиться ответами на свои вопросы вместе с твоим фильмом. Вот такая получается, на самом деле, оцифровка человека, оцифровка его творчества, но не в искусственный интеллект, а в искусство. Прямо сейчас на красной дорожке мы видим гостей, мы видим талантливейших, прекрасных артистов, режиссеров, и буквально, мне кажется, просто вся пресса этого города сейчас сосредоточена на том, чтобы словить для вас самые-самые прекрасные кадры с этими актерами. Вот они, фотографы, видеографы, благодаря которым вы можете наслаждаться и вдохновляться. Недавно я была на премьере фильма и словила себя на мысли, что я впервые за очень долгое время испытываю невероятное удовольствие и наслаждение от того, как актеры меня действительно вдохновили. Я смотрела в глаза главных героев и понимала, что ну вот мне становится прям хорошо. Я вернулась домой, и я испытывала какие-то просто невероятные эмоции. Мне бы хотелось, чтобы сейчас в этом прямом эфире вы тоже наполнялись эмоциями. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Оставайтесь вместе с этим праздничным вечером Московского международного кинофестиваля. Если я не ошибаюсь, только что у нас на экранах был Дмитрий Дюжев. Тоже артист с очень объемной фильмографией, как раз которая относится к тем, вот, кто может подойти к своей фильмографии и решить, какой фильм сейчас посмотреть, чтобы прийти в нужное настроение и в нужное состояние.
гостей все больше, больше и больше. Вокруг меня их тоже уже очень много. И я немножко так тоже, знаете, взбодрилась. В ожидании тех, кому я задам свои вопросы, и чтобы вдохновлять, собственно, вас. Я думаю, вы согласны, что это особенная миссия кино, особенная миссия смыслов, о которых мы говорим, чтобы вам приходили нужные ответы на ваши вопросы. Вот говорят, что кино не дает ответов, говорят, что кино только ставит вопросы. Но я не совсем согласна, потому что каждый для себя получает тот ответ, который он ищет, и этот ответ чаще всего идет от сердца. Я очень хочу, мне вот кажется, если бы сейчас я встретила тех актеров, которых я видела несколько дней назад на премьере, то я бы точно спросила, как они это делают. Ну как это возможно? Передать на экране с помощью актера, ансамбля, интерьера, объектива, как можно передать эмоции, которые ты когда-то проживал. Вот смотрите, ты, например, пережил в школе свое первое расставание, либо ты пережил свое первое предательство, и вдруг ты смотришь фильм и понимаешь, что это фильм про тебя. Ну разве такое может быть? Вот мы и спросим сегодня у тех артистов, которые к нам приехали. Александр Мартынов сейчас вот на красной дорожке. Прекрасный артист, всем известным по сериалу «Универ». Уже взрослый актер. Вот, кстати, у него я очень хочу спросить, как он думает, во что вырос бы его персонаж, если представить себе, скажем так, какую-то виртуальную вселенную, в которой все наши герои живут. Поскольку я тоже актриса, иногда я думаю о том, что если мои героини все еще продолжают развиваться, и все еще сюжет, на котором фильм закончился, например, продолжает какую-то свою жизнь, получается очень любопытная история. Мне кажется, что в моей голове все они продолжают жить. Но неудивительно, не родилась бы тогда у меня вселенная моих киногероев. Кстати, совсем вот буквально накануне этого прямого эфира, этой прямой трансляции с Московского международного кинофестиваля, я, значит, создала свой канал на Рутюб. Там лежит уже несколько моих рилс. Вы можете зайти, подписаться. Если вдруг вы еще не знаете, кто такая Олеся Грибок, то у вас есть возможность сделать это сегодня вечером. Но обязательно не забывайте о том, что ссылку нужно открыть соседнюю. Ни в коем случае не прекращайте смотреть нашу прямую трансляцию. У нас с вами сегодня за вечер есть несколько интересных задачек. Например, мне бы хотелось сегодня понять, какой актер в российском кино сейчас снимается больше всего. Вот есть ли такой актер, с которым связаны все наши другие артисты? Вот актер, с которым снялись уже все абсолютно. У меня есть несколько претендентов, но я бы хотела спросить непосредственно у актеров и, наверное, увидеть вашу реакцию, потому что чем больше будет ваших реакций на тех артистов, которые будут появляться рядом со мной, значит, вот именно эти артисты чаще всего и появляются у вас на экране. Кстати, на Рутюб вы можете найти огромное количество фильмов и сериалов. Обязательно ищите, смотрите и наслаждайтесь. Гости продолжают прибывать. Обязательно выполняют обязательную программу Московского международного кинофестиваля. Нужно сделать фотографию для того, чтобы остаться в истории этого кинофестиваля 46-го Московского международного кинофестиваля. Впервые кинофестиваль прошел в 35-м году. Были разные периоды у этого кинофестиваля, но мы очень рады, что, начиная, если я не ошибаюсь, с 98-го года, не было ни одного перерыва. И ежегодно мы встречаем здесь, в Москве, самых разных режиссеров со всего мира, режиссеров, актеров. И можно наслаждаться не только их работами на экране, но и встреча непосредственно с ними. Потому что, как правило, на многочисленных кинопоказах, которые проходят в разных кинотеатрах во время кинофестиваля, можно встретить создателей этих кинопроектов. И я могу 100% сказать о себе, что я просто неутомимый фестивальщик. Я действительно на период ММКФ бронирую себе все дни кинофестиваля, чтобы ни в коем случае никакое дело не помешало мне посмотреть все, что я хочу посмотреть в рамках программы.
Ну что ж, дорогие зрители, прямой трансляции с красной дорожки Московского международного кинофестиваля. Первые гости уже вот-вот на подходе ко мне. Я готова их встречать. Вот они. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Вы сегодня не одна. Да, мне кажется, что у меня сегодня самый лучший джентльмен. Это мой сын Виктор. Безусловно. Виктор, добрый вечер. Здравствуйте. Виктор, ты впервые на кинофестивале или нет? Нет, я очень много раз была на кинофестивалях и даже разных. Класс, я очень рада. Я только что говорила нашим зрителям, что я буквально неутомимый кинофестивальщик. Я смотрю все от начала до конца, всю программу. Ольга, вы заранее как-то себе вот в свой график наверняка актерский, сложный, ставите даты Московского кинофестиваля или других кинофестивалей? Вы знаете, я, к сожалению, не располагаю возможностью вот просто закрыть всю свою основную работу и ходить на фестиваль. Но если все совпадает, я просто счастлива. Не всегда удается посмотреть фильмы в рамках фестиваля, но потом обязательно я их пересматриваю в интернете и пытаюсь как бы идти в ногу со временем и чувствовать и знать то, что происходит в киномире. Спасибо, мы очень рады вас видеть сегодня на открытии. Мне кажется, даже такая погода, она не омрачит ощущение магии нашего кино. Спасибо, спасибо большое, мы ждем вас на экранах. Виктор, ты великолепен, ты прекрасное сопровождение. Сегодня будем рады вас видеть на экранах. Спасибо. Ольга Кабо только что была с нами, со своим сыном Виктором. Очень прекрасное, теплое впечатление. Ну что, мы с вами начали, они стали приходить. Стали приходить наши любимые актеры. Для вас, кстати, может быть любопытный такой опыт. Вы можете прямо искать актеров прямо сейчас в интернете, знакомиться с них последними проектами, чтобы составить для себя список фильмов и сериалов, которые вы посмотрите после церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Вот мы с вами и договорились. Я сегодня знакомлю вас с актерами, режиссерами, продюсерами, а вы составляете для себя список тех кинопроектов, которые вы потом будете искать на Рутюбе для того, чтобы посмотреть. Мне очень интересно, насколько вы знаете, любите российское кино, потому что здесь на ММКФ представлены не только российские кинопроекты, конечно, но в основном международные, в основном фильмы со всего мира. Я здесь слышу иностранные языки, я здесь слышу совсем разную речь, вижу разных гостей, и, возможно, даже кто-то из них появится здесь перед нами. Красная дорожка церемонии открытия наполняется все больше и больше и больше. Плотность звездных актеров на квадратный метр растет. Прямо сейчас мы видим на красной дорожке актера дубляжа, актера, кстати, голос очень многих премий, которые вы тоже услышите сегодня уже здесь в зале на самом открытии кинофестиваля. Ну а моя с вами задача остается прежней. Здесь знакомить вас с актерами, задавать им те вопросы, которые вы, возможно, хотели бы задать, и делать ваш вечер праздничным. Вы помните, возможно, вы только что присоединились к нашей прямой трансляции. Мы сейчас находимся на 46-м Московском международном кинофестивале. Огромный-огромный праздник не только для Москвы, но для всей России, для всего мира. Огромное количество гостей со всего мира сегодня приехало. И я предлагаю вам создавать вокруг себя праздничную атмосферу. Я, кстати, буду очень рада, если вы потом поделитесь со мной в социальных сетях тем, как вам это удалось. Вы можете перед собой поставить прекрасный, очаровательный, элегантный бокал, надеть вечернее платье, либо, ну, хотя бы пиджак. Давайте так договоримся. Значит, мужчины надевают пиджак, женщины надевают праздничные серьги. Этого будет достаточно для того, чтобы создать себе праздничную атмосферу. Я уже говорила о том, что я люблю так делать, создавать праздник себе самой, даже на каких-то всемирно известных премиях. Я прям вот наслаждаюсь максимально, я смотрю красную дорожку и сама облачаюсь в самое красивое платье. Прекрасные наши гости, просто в белоснежных нарядах, несмотря на погоду, проплывают мимо
прессы проходит по красной дорожке, а мы с вами наслаждаемся. Вот сейчас у меня на экране, вероятнее всего, я так понимаю, гости из Индии. Конкурсная программа просто пестрит разными странами, режиссерами со всего мира. И здесь, на ММКФ, можно встретить их буквально будет после показа. Если вы сейчас находитесь в Москве, либо у вас есть такая возможность, я вам очень-очень советую присоединиться к просмотру фильмов Московского международного кинофестиваля, потому что вы можете просто вот приобрести билет, прийти и посмотреть, познакомиться с этим, безусловно, одним из самых важных событий в российском кино. И я получаю огромное удовольствие от того, что сегодня впервые на Рутюбе веду прямую трансляцию с красной дорожки, таким образом помогая вам оставаться в курсе всех самых-самых актуальных новостей в мире кино. Мы ожидаем следующего гостя. Каждый раз, когда ко мне подходит актер, я начинаю нервно вспоминать, не снимала ли я случайно об этом актере какой-нибудь рилс. И среди тех гостей, которые сегодня заявлены у меня в ожидании, в списке ожиданий, такие актеры есть. Некоторые из них меня вдохновляют на новые типажи, на новые видео. Я думаю, что вот-вот к нам придет еще один гость. Я надеюсь, что это будет ваш обожаемый, любимейший артист, которого вы уже знаете, и новые роли, которого мы с вами будем ждать. И мы рады встречать нашего следующего гостя. Александр, добрый вечер. Саша, привет, спасибо. Ты тоже прекрасно выглядишь. Как ты пробрался там через дождливую эту погоду? Шикарно. Дождь – это моя любимая погода. Я же питерский, до мозга костей. И все, что начинается у меня с дождем, все проекты, все события, это всегда перспективно и всегда очень потом хорошо заканчивается и продолжается. Спасибо, спасибо. Вот это ты нас порадовал сейчас. Саша, скажи, пожалуйста, я вот как раз видела тебя со стороны там на красной дорожке и говорила нашим зрителям, что все знают тебя по известному сериалу, сериалу «Универ», где ты сыграл прекраснейшего героя. Валю, как ты думаешь, я вот смотрела у тебя в соцсетях, твой комментарий, что зрители тебя спрашивают, а кем бы он стал, если бы? Да. Так вот, кем бы он стал? Да, это, кстати, интересный феномен. Зрителю интересно, что же будет дальше. И действительно спрашивают, комментарии оставляют, кто был бы Будейко, вот он закончил, вырос, стал так, полноценным взрослым человеком. Кем он был? Конечно же, это какой-то, наверное, ученый, это какой-то, не знаю, физик-ядерщик какой-то прямо... А может быть и, не знаю, химик, который изобрел какую-нибудь вакцину, может быть, он вообще с ума сошел, реально какой-нибудь маньяком стал и какой-то решил этот мир наказать как-нибудь, не знаю. А может быть, будет спокойным бизнесменом, который открывает какие-то свои линейку аптек, тоже спасающих мир. А давай он будет героем фэнтези. 100%. Представь, значит, Валентин Будейко, абсолютно невзрачный городской житель, который ходит в магазин за продуктами, приходит домой спокойненько, включает компьютер, прямую трансляцию, значит, с Московского международного кинофестиваля. И вдруг у него открывается суперсила. Какая это была бы суперсила? Да, слушай, это целый прям кладезь фантазии. Тут можно фантазировать. О, слушай, суперсила. Он наверняка бы каким-нибудь прикосновением он бы формировал какие-нибудь сферы и переходил в параллельные миры. О, слушай, все, у меня фантазия заиграла. Ну все, дождик идет. Саша сказал, что это будет успех. Саш, спасибо тебе огромное, что ты присоединился. Я тебе желаю получить огромное удовольствие от кинофестиваля. И еще один вопрос тебе задам. Ты бронируешь свое вот время на время ММКФ, чтобы 7 дней никуда, значит, пришел с утра в кинотеатр и до вечера, чтобы не выходить? Я, конечно, буду стараться это совместить со своей семейной жизнью. У меня все-таки трое детей, но да, эта неделя у меня выделена под это событие. И обязательно, конечно, будем смотреть. Я тебе желаю суперсилы. Спасибо. До встречи. До встречи. Спасибо огромное. С нами был Александр Мартынов. Мы с ним только что обсудили, кем бы мог стать его герой Валя из сериала «Универ», если бы он продолжил свою жизнь, куда бы это могло его привести. И, кстати, мы говорили про фэнтези-проект. Это тот жанр, который сейчас в России набирает все больше и больше и больше оборотов. Я
100%. Обожаю этот жанр. Вот точно ждите от меня на Рутюбе, на моем канале Олеся Грибой «Киногерои» новые ролики в жанре фэнтези. Потому что у меня, поверьте мне, столько суперсил, о которых не догадываетесь, не то что вы, может быть, я сама не догадываюсь. Готова удивлять. Но в первую очередь, да, Саша прав, в первую очередь семья, поэтому я начну со своего мужа. Я протестирую на супруге свои все суперсилы, а потом выйду к вам с конспектом, скажем так. Это будет трейлер суперсил Олеси Грибок. Ну что ж, мы смотрим на красную дорожку, дождик продолжается, актеры наслаждаются этим изобилием и предвкушают церемонию открытия Московского международного кинофестиваля. По традиции, кстати, и церемония открытия, и церемония закрытия продолжается показом фильма. Что касается церемонии открытия, то мы будем смотреть зарубежный фильм. Что касается церемонии закрытия, то мы увидим с вами первыми российский фильм, новую часть вселенной «Майор Гром». Я сама просто с невероятным интересом жду этот фильм, потому что я знаю, что в нем будет 4 отрицательных персонажа. Я не знаю, каких героев вы любите больше, положительных или отрицательных, но отрицательные герои у нас вызывают какую-то смесь чувств, которую сложно описать. Когда их 4, этих отрицательных героя, то мне сложно представить, чем это все закончится. Возможно, мы здесь увидим на красной дорожке церемонии открытия главных героев этого фильма, может быть, режиссера Олега Трофим. Кто знает, кто знает. На красной дорожке становится все интереснее и интереснее. Появляются, я бы сказала, персонажи, а не просто актеры. Вот, как говорится, хочешь играть – играй. В вашем списке проектов, фильмов и сериалов, которые вы можете посмотреть после нашего прямого эфира, сейчас должны прибавиться некоторые проекты. Мы с вами уже встретились с Ольгой Кабо. Мы с вами встретились с Александром Мартыновым. Можете заглянуть в их фильмографию, насладиться тем, что там действительно есть что посмотреть, и в свой список добавить то, что вы хотели бы увидеть. Можете в мою фильмографию заглянуть. Можете ко мне на канал, на Рутюб зайти. Можете создать свой канал, кстати, и тоже попробовать играть. Я уверена, что у вас получится. Я вообще абсолютно уверена в том, что каждый человек может сыграть хотя бы раз в жизни главную роль. Вот наверняка в вашей жизни происходили какие-то истории, после которых вы можете сказать: ну, это какой-то сюжет, но это настоящее кино, это драма, или это комедия, или это триллер. Вы уже готовы это сыграть. Вам просто нужно воспроизвести то, что вы испытывали. Конечно, самые прекрасные актеры прибывают на Московский международный кинофестиваль. Милош Бикович прямо сейчас общается с прессой там, на красной дорожке. Я ожидаю его здесь, и у меня к нему есть вопросики. Да, у меня к каждому актеру есть вопросики, но, безусловно, это талантливый артист. Мне хочется как можно скорее оказаться с ним в одном поле. Я сегодня, кстати, выбрала такой наряд, чтобы каждый артист в моем поле тоже немножко сиял. Как говорится, не уходите далеко, и вы будете сиять как грибок. Это моя настоящая фамилия. Если вы присоединились только что, напоминаю, шутки про мою фамилию – мои самые любимые шутки, поэтому шутите с удовольствием. Да, мы очень ждем Милоша. Ну, конечно, конечно, любимец прессы, любимец зрителей. Мне остается только вот трепетно ожидать. Я надеюсь, что вы получаете сейчас огромное удовольствие от того, что впервые на Рутюб идет прямая трансляция красной дорожки Московского международного кинофестиваля. И это большое событие, и для меня большая радость быть для вас проводником между этим местом здесь и между вами и вашим домом. Наслаждайтесь, создавайте для себя праздничную атмосферу и готовьте список кинопроектов, которые вы посмотрите. Вы можете зайти, кстати, на сайт Московского международного кинофестиваля, познакомиться с программой, увидеть, насколько
объемное представление можно получить о кино и либо посетить кинопоказы здесь, в Москве, либо найти хотя бы, кстати, трейлер этих фильмов. Я иногда провожу вечерок за тем, чтобы открыть фильмографию определенного актера, например, Милоша Биковича, и посмотреть все трейлеры его кинопроектов. Таким образом, ты, получается, смотришь кино про актерскую карьеру. Это тоже любопытное впечатление. На красной дорожке вот эта приятная, приятная суета. Мы видим наших зарубежных гостей. Мы видим очаровательных актрис, прекрасных актеров. И я жду их здесь, рядом с собой, для того, чтобы задать свои вопросы. Как я и говорила, мне было бы интересно узнать, какой актер сейчас в России снимается так много, чтобы вот он мог сказать, что он, ну, снялся уже вот со всеми. Нет ни одного актера, который бы с ним вместе не снимался в кинопроекте. Ольга Бузова сейчас у нас на экранах, на красной дорожке, тоже на Московском международном кинофестивале. Впервые в прямом эфире на Рутюб. Совсем недавно Ольга Бузова получила премию за одно из своих шоу. Если она появится здесь рядом со мной, то я, конечно же, ее поздравлю. Передам от вас привет от всей зрительской аудитории Рутюба. Если вы только что присоединились к нам, я нахожусь на 46-м Московском международном кинофестивале, который является самым крупным в России, одним из крупнейших в мире. Это кинофестиваль класса А. Это второй из самых старинных, проведенных в мире кинофестивалей. В 1935 году впервые он был проведен. В некоторые годы брал, скажем так, творческий отпуск. И, если я не ошибаюсь, с 1998 года продолжает идти каждый год неизменно здесь, в Москве. Продолжает собирать гостей со всего мира. И мы можем получать вот это огромное удовольствие и впечатление от того, что происходит в мировой киноиндустрии. Конечно, Московский международный кинофестиваль на сегодняшний момент – это то событие, которое дает нам возможность оказаться на связи со всем миром и посмотреть, что, как сейчас творческие люди, как сейчас режиссеры, актеры отражают в кино, отражают на экранах, то, что чувствуют. Я делилась уже с вами сегодня, что недавно, будучи на премьере фильма, ощутила, как актеры способны менять жизни людей, как актеры способны вдохновлять. Мне бы хотелось, чтобы сейчас вы вспомнили тех любимых артистов, фильмы которых оставили в вашем сердце неизменный след. И вот давайте договоримся так. Следующий гость, который появится здесь со мной, ответит мне именно на этот вопрос. Кто из актеров, режиссеров, какие фильмы больше всего на них повлияли. И наверняка нам будет интересно добавить этот фильм в свой собственный список для просмотра. Не забывайте искать на Рутюбе, потому что я знаю, что там очень много редких, редчайших, очень популярных и самых-самых свежих фильмов, которые многие мечтают посмотреть, а мы с вами, собственно, можем. Прямо сейчас на красной дорожке Московского международного кинофестиваля появилась актриса Марина Доможирова. Нежнейшее чувство испытываю к этой актрисе, потому что буквально каждый год встречаюсь с ней на разных-разных кинофестивалях. И очень интересно мне узнать ее последние новости. Прямо сейчас, кстати, сериал с участием Марины «Беспринципная» просто забирает все возможные рейтинги. Буквально вот. Вот прямо сегодня продюсер этого проекта поделился, что опять на первом месте «Беспринципные». Марина, беги ко мне, беги, зачем же, оставь эту дождливую погоду. Я жду тебя здесь, я тебя под своей грибной шляпкой обогрею, защищу.
сберегу тебя для того, чтобы ты потом получила удовольствие на открытии Московского международного кинофестиваля. Вот она, идет наша Мариночка. Кстати, недавно у нее в Инстаграм появился ролик, где она иронизирует над своим сходством с известной актрисой Риз Уизерспун и вместе с гримером создает буквально этот образ. Меня это всегда восхищало. Есть две, как говорится, категории актеров. Есть те актеры, которые не любят, чтобы их с кем-то сравнивали, а есть те, кто получает от этого огромное удовольствие, иронизирует и позволяет зрителю тоже наслаждаться этим сходством. Вот наша прекраснейшая российская актриса Марина Доможирова вот-вот, я думаю, появится здесь рядом со мной, и мы у нее спросим, как так вышло, что она на самом деле имела в виду. И пользовалась ли она когда-нибудь этим сходством для своей актерской карьеры. Потому что говорят разные. Говорят, что кому-то это прям помогает очень здорово, кому-то это мешает. Но нам всегда кажется, что это определенная суперсила актера. Какая-то связь такая очень странная. Знаете, когда тебе говорят, знакомишься с новым человеком, и он тебе говорит: «Боже мой, ты так похожа на мою знакомую, на мою одногруппницу или на мою соседку». И ты удивляешься, ну как такое возможно? Как такое возможно, что где-то в мире живет человек, ну очень-очень сильно похожий на меня? Конечно, после того, как мои видео киногерои стали очень популярными, мне стали зрители очень часто присылать какие-то фотографии либо видео, где я действительно начинаю видеть себя, но потом понимаю, что это какая-то другая актриса. Это мистика, фэнтези в реальной жизни. И еще интереснее мне было бы, кстати, пообщаться с Милошем Биковичем, потому что, насколько я знаю, один из его проектов «Холоп» продали как франшизу на турецкий рынок, кинорынок, да, в турецкую киноиндустрию. И каково это, когда твою роль, которую ты сочинял, персонаж, которого ты создавал, которого ты наполнял своей историей, вдруг будет играть какой-то другой актер? Мне трудно представить, какие это чувства. Хотя, например, иногда случается такое, что ты видишь в разных фильмах один костюм. Совсем недавно в сериале «Слово пацана» и в сериале «Лада Голд» появилась одна и та же куртка. Что интересно, это не разные куртки одной модели, это одна и та же куртка. Тоже очень интересное вот такое получается путешествие костюма. Снова Ольга Бузова у нас на экранах. Фееричная артистка. Я бы так охарактеризовала Ольгу, которая наверняка покажет себя еще и в кино, и на сцене, и в различных шоу. Все ярче и ярче эта атмосфера кинофестиваля. Все ближе и ближе мы к новым гостям, к церемонии открытия, к первым фильмам, которые покажут здесь, на ММКФ. Мне интересно, сколько сегодня времени в целом все вообще гости потратили на то, чтобы собраться на кинофестиваль. Вот я, например, сегодня с 11 утра уже была на примерках, на подготовках для того, чтобы подобрать тот самый костюм, который, как мне кажется, максимально будет вам приятен. Я уверена, что вы получаете огромное удовольствие от этой прямой трансляции. И тот костюм, который позволял бы мне, знаете, без слов говорить со своими гостями, чтобы они сразу просто вот притягивались ко мне и делились своим прекрасным настроением. Так вот, я думаю, если представить, что здесь сейчас, например, тысячи человек, и каждый из них потратил минимум 4 часа на подготовку, то это 4000 часов. 4000 часов красоты. Прозвенел еще один звонок. И еще один звонок, который говорит о том, что совсем скоро начнется церемония открытия. Я напоминаю для тех, кто только что присоединился к нашему прямому эфиру, что мы с вами находимся на 46-м Московском международном кинофестивале. Впервые на YouTube идет прямая трансляция с красной дорожки.
делитесь этой прямой трансляцией со своими друзьями, чтобы вам потом было что обсудить. И самое главное, сами успейте получить удовольствие от того, что сейчас происходит. Сергей Жуков прямо сейчас на красной дорожке со своими детьми, которые, кстати, тоже появляются в кино. Совсем недавно у его дочери вышел сериал «Плакса», где она сыграла главную героиню. Это сериал, который раскрывает тему буллинга в школе. Она сыграла талантливую вокалистку, участницу музыкальной группы. Если у вас будет желание, можете добавлять этот фильм себе в список проектов, которые вы посмотрите после прямой трансляции с красной дорожки Московского международного кинофестиваля. Здесь, на ММКФ, на церемонии открытия присутствуют не только актеры, режиссеры, продюсеры, создатели кинопроектов, но и звезды шоу-бизнеса. Многие из них, кстати, принимают участие в том числе в написании музыки к фильмам и сериалам. И вы знаете, я вот с нетерпением жду музыкальную тему Московского международного кинофестиваля, которая звучит перед каждым кинопоказом. Эта музыкальная тема вызывает просто мурашки по коже, мне кажется, у всех любителей кино. И я бы очень хотела, чтобы как можно больше зрителей оказались в кинозалах на ММКФ и могли услышать эту музыкальную тему. Кстати, продолжая об ММКФ, о кинопоказах, главный приз Московского международного кинофестиваля – это статуэтка «Золотой святой Георгий», которая всегда манит буквально всех, безусловно, участников официального конкурса. Как правило, статуэтка всегда находится в кинотеатре. Она находится на самом почетном, видном месте, чтобы каждый гость кинопоказов мог насладиться, посмотреть, сделать фотографию на память и, возможно, помечтать о том, что когда-нибудь эта статуэтка окажется в его руках. Ну, а я хочу услышать музыку хорошую и спасибо. Шикарные, шикарные гости, шикарные артисты и возможность, конечно, сиять в этот день, в день открытия Московского международного кинофестиваля. Возможность сиять для каждого гостя. Сиять вот так ярко, как должны сиять звезды кино. Ну вот еще, я бы сказала, еще плотнее становится на красной дорожке. И знаете, вот я смотрю на гостей ММКФ, я сегодня тоже, когда выбирала платье, я понимала, что у меня как бы ограниченное пространство здесь, вокруг меня. И у меня был выбор, либо это будет платье с очень широким подолом, которое как бы говорит о моих границах, скажем так. Но потом я выбрала все-таки тот наряд, который позволит мне быть максимально близко к гостям, и чтобы вот ничего нас не разделяло. Снова мы видели на экране Сергея Жукова. Мне кажется, это хорошая традиция, когда на кинофестивале гости появляются в окружении своей семьи. И, конечно, еще более здорово, если это тоже творческая семья, которая с самого детства может вот впитывать атмосферу киноиндустрии, атмосферу искусства. Кстати, красная дорожка Московского международного кинофестиваля не всегда была красной. Представьте себе, казалось бы, такой символ кинофестивалей всего мира, но в какие-то периоды она была, например, зеленой. Для каждого актера, для каждого режиссера, для каждого творческого человека, который посещает кинофестиваль, это событие не только с точки зрения какого-то творческого соревнования, но и событие, которое позволяет увидеть близких тебе людей, с которыми ты видишься очень редко. Евгений Миронов сейчас на красной дорожке Московского международного кинофестиваля.
Надеемся, что его тоже мы увидим здесь, рядом со мной, сможем задать ему свои вопросы. Это гарантированно тот артист, фильмографию которого вы можете обратиться в любой жизненной ситуации, какие бы вопросы у вас ни возникли, открыть фильм и найти свои ответы на вопросы. Интересно, если бы у вас была возможность выбрать посетить Московский международный кинофестиваль на церемонии открытия, на церемонии закрытия или посетить целый день кинопоказов, что бы вы выбрали? Любопытный вопрос. В чем разница между церемонией открытия, церемонией закрытия и днем на кинофестивале? Во время церемонии открытия никто еще не знает имен победителей. Все в предвкушении целой недели кинофестивальных показов. Все только-только знакомятся, гости, участники конкурса еще не знакомы друг с другом. Закрытие кинофестиваля – это совсем другая история. Здесь гости уже знают друг друга, здесь мы посмотрели уже все картины, и здесь все только и говорят о том, кто получит главный приз, кто получит приз за лучшую женскую роль, за лучшую мужскую роль и так далее, и так далее. Кому достанется главный приз Святой Георгий? Это удивительная атмосфера, это гром аплодисментов при объявлении номинантов. Ну а что такое целый день конкурсных показов на ММКФ? Это ты приходишь с самого утра в кинотеатр и смотришь кино без остановки. До самого вечера у тебя даже нет времени на перекус. Я, значит, как, скажем так, авторитетный, бесперебойный кинофестивальщик, я стараюсь посещать в России практически все кинофестивали на протяжении года. У меня всегда с собой есть в кинозале морковочка. И я знаю, что какой бы именитый режиссер, какой бы именитый опытный продюсер или медийный актер не находился рядом со мной в соседнем кресле, он никогда не откажется от морковочки, потому что мы пришли смотреть кино. И вот целый день ты находишься в кинозале, ты смотришь кинопроекты, обсуждаешь, и помимо этого ты можешь стать посетителем деловой площадки Московского международного кинофестиваля, которая тоже играет огромное значение, потому что здесь, на деловой площадке, мы видим питчинги новых кинопроектов, мы знакомимся с какими-то особенными программами инвестиций в российское кино, мы обмениваемся опытом, это огромное количество панельных дискуссий, самые лучшие, самые умные люди российской киноиндустрии обсуждают то, как круто мы будем делать кино. Итак, у вас есть выбор. Церемония открытия, церемония закрытия или целый день на кинофестивале. Я лично 100% выбираю целый день на кинофестивале. Потому что результаты церемонии закрытия можно узнать. Церемония открытия лично для меня это такое очень осторожное знакомство. Ты как на разведку выходишь в джунглях, у тебя сафари. И вот ты думаешь, ты сегодня встретишь на сафари то самое вот какое-то дикое животное, которого никогда не видел или не увидишь. Поэтому я выбираю смотреть кино, получать от этого огромное удовольствие и потом бесперебойно обсуждать это кино целый год. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на красной дорожке. Гости, 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 пресса, пресса, пресса. Вот она, атмосфера ММКФ. Можете себе представить, сколько нужно сил, сколько нужно времени для того, чтобы подготовить эту невероятную красоту, сколько нужно красной ковровой дорожки для того, чтобы все это выглядело на высшем уровне. Каждый актер с большим удовольствием дарит свою энергию зрителям через фотографии, которые делает пресса, через общение с прессой. Здесь вокруг меня я прям наблюдаю, как наши зарубежные гости общаются, здороваются, знакомятся. Кто-то встречает старых знакомых.
Если вы только что к нам присоединились, мы с вами на 46-м Московском международном кинофестивале ведем прямую трансляцию впервые на Рутюб, что, мне кажется, очень большое событие, потому что мы можем вместе с вами окунуться в эту атмосферу, и я бы хотела сказать спасибо огромное Рутюб за то, что это стало возможным. Каждый из вас, кто бы, где бы вы сейчас ни находились, с кем бы вы сейчас ни находились, вы получаете часть этой энергии, часть этой атмосферы. Там прямая трансляция. На Московском международном кинофестивале среди гостей, как правило, не только участники официального конкурса, но это участники внеконкурсных показов, потому что здесь на ММКФ очень много категорий фильмов, которые можно посмотреть от короткометражного до авторского полнометражного, и даже первые серии сериалов тоже представлены. И действительно, на ММКФ можно увидеть кинопроекты, которые вы не можете увидеть нигде, кроме этого кинофестиваля. В этом его уникальность, в этом его большая сила и 100% в этом его большая роль в плане развития культуры, развития киноиндустрии. Улыбки, 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 заряд, заряд, заряд творческой энергии. Как я и говорила, для участников кинофестивалей это не только возможность представить свою картину, но очень часто для кинематографистов ММКФ и кинофестивали это возможность увидеть тех, с кем ты не виделся, ну, буквально несколько лет, с кем, возможно, ты снимался в одном фильме, либо создавал один фильм, и теперь есть возможность встречаться на кинофестивалях. А это значит новые творческие планы, это значит новые кинопроекты, это значит обмен опытом. И я жду следующего гостя для того, чтобы узнать у него, какие кинопроекты мы увидим в этом году. Прямо сейчас слева от меня уникальнейший человек, агент, актер Александра Петрова, Екатерина Корнилова, тоже наслаждается кинофестивалем. Я вижу уже новых гостей, которые вот-вот окажутся рядом со мной. Я надеюсь, вы готовы, потому что сейчас, ну вот, будет на что посмотреть и о чем поговорить. Привет, Агата. Привет. Привет, привет. Ты не поверишь, но я сегодня хотела тебе написать. Почему же не написала? Я сегодня впервые веду трансляцию церемонии открытия Московского кинофестиваля. Спасибо. Вот я хотела с тобой посоветоваться. Что делать, что говорить, как быть, если я забыла, как зовут, например, актера? Например, Ивана? Да. Это Иван. Олеся, я учился у Олеси, на всякий случай просто расскажу. И поэтому, глядя на твои рилсы, то, что ты делаешь в социальных сетях... Я поняла, кто ты! Да, да, ты... Все! Актриса должна быть такая! Актриса должна быть такая! Это я у тебя должен быть учиться. Если ты не знаешь, как кого-то зовут, перевоплощайся и просто придумай какой-нибудь... Давай. Ты сегодня ведущий? Да, нужно втроем, да. Раз, два. Где-то в параллельной вселенной произошло чудо в этот момент. 100%. Скажите, кто в вашей паре принимает решение о стиле выхода на красную дорожку? Ну, это обоюдно обычно. Да. Мы просто пытаемся сметчиться. Видишь, вот Total Black и смокинг классический, мне кажется, супер. Это происходит по обоюдному согласию или, как бы, или приходится настаивать кому-то? Мы всегда находим какой-то компромисс, но, естественно, перед этим происходит очень сильный, мощный, актерский, глубокий диалог. Смотрите рилсы, там очень много вариантов. Да, и для мальчиков, и для девочек, да. И если что, там, где я в бороде, это я.
это не какой-то актер, есть такое. Я смотрю на тебя и думаю, да, мне можно тоже что-нибудь придумать в таком типаже. Такого еще бабочка, не было. Да? Да, нет, еще пока не надо, не надо раздеваться. Мы не знаем, кто сейчас смотрит прямую трансляцию. Поделись, Агата, какие новости, что в этом году нам ждать от тебя, как от актрисы? Потому что у нас там весь Рутюб сейчас смотрит и ждет, а кто, вот просто вот новостей, которых никто не слышал, никто не знал. Таких новостей, наверное, нет, потому что во мне всегда все знают все. Стоит мне вот сделать сразу это все вот так вот. Вот так. Даже то, чего ты не знаешь. Ой, да, иногда бывают прямо сюрпризы, поэтому я очень люблю тоже иногда почитать себе новости. Но вообще ждите фильм-тур с Иванушками, который выйдет 20 июня. Это будет очень крутое кино, прямо очень классное, душевное, ностальгическое. И вообще, мне кажется, что тур с Иванушками всех нас окунет обратно в детство. Вот времена кассет, вот это вот все, когда мы все это слушали на магнике, когда плохое настроение ты включаешь, а тучи как люди, и у тебя все супер. Вот, очень настроение поднимающее кино выйдет. Плюс я сейчас снимаю сказки, которые называются «Колотун». Вот, новогодняя история, но она выйдет, наверное, не скоро, только в следующем уже году. Так что, ну и мы планируем снимать сериал «Плакса 2», Сережа Жуков тоже здесь, Ника Жукова тоже здесь, так что ждите тоже на экранах. Да, я как раз и говорила, видела Сергея и Нику, рассказывала про этот сериал. Вань, поделись, пожалуйста, ты как любишь больше смотреть кино? С друзьями, дома, в кинотеатре? С собакой. Ну, я люблю смотреть на диване, укутавшись в плед, в уютной атмосфере, желательно в объятиях. Спасибо. Спасибо. Так, а вы есть на Рутубе? Я нет. Я есть, кстати, даже программа, которую я снимаю, где я работаю ведущим, выходит на Рутуб. Но я скоро буду, я надеюсь. Конечно. Мы со зрителями фестиваля составляем список фильмов, которые мы будем смотреть после прямой трансляции, с участием актеров, которые ко мне приходят. Агата, что посоветуешь посмотреть? Со своим участием? Да, конечно. Честный развод. Хорошо, взяли. Ваня, а Ваня такой, задумался. Вань, ну ты, ну как, кто как учился, понимаешь, у Олеси Грибок. Ну, вот, два извините. Фильма. Ну не два фильма, чуточку больше давайте. Ну сейчас «Красный 5» идет сериал, вот его можно посмотреть, там у меня есть прекрасная роль. Со словами. Со словами, между прочим, со словами. Да, можно посмотреть, пятая серия сериала, обязательно к просмотру. Главное начать с чего-то. Конечно, ну фильм «Пятница», у меня там камео. Вау. Не знал? Я тебе покажу. Ну, давай. Да-да, «Пятницу» я уже смотрела. Спасибо, как-то обесценено сразу, знаешь, Олег? Нет, как бы это уже в моем списке. А у тебя копеечка должна упасть. Ну, как бы я же смотрела, значит, у актера молодец. А, все, копеечка. Должна дзынь произойти. Это зарплата сейчас, да? Да. Хорошо. Да, поделитесь, вопрос последний от меня, я обещала зрителям, что спрошу, какой фильм, либо какой актер произвели на вас такое впечатление, что вот что-то немножко изменилось? Вот я в последнее время посмотрела фильм «Пожары», 2010 года фильм, я его не видела, но он меня просто уничтожил. Я сидела на площадке, у меня был перерыв, я начала смотреть этот фильм, у меня в три ручья текли слезы, я рыдала, меня позвали в кадр, я не знала, что делать, потому что я уже выключила фильм, но я не могла остановиться плакать. Какой-то невероятный фильм «Пожары», 2010 года. Спасибо, Ваня. Честный развод. Ванька, на 500 рублей. Тинь, с монеточкой упала, да? Правда, правда. Спасибо, спасибо огромное. Вам желаю хорошей церемонии открытия, классной церемонии открытия. Посмотреть обязательно что-нибудь на ММКФ, потому что я знаю, что наверняка график плотный, но вы посмотрите хотя бы российскую программу. Да. Отпускаю вас. Отпускаю вас. С кинобогом. Я пошла. Неси ее, Ваня, неси. Ну что ж, друзья, мы только что в нашей с вами копилочке кинопроектов, которые мы посмотрим после появления здесь наших гостей, прибавилось, я абсолютно уверена. Мы с вами уже можем посмотреть «Честный развод», «Пятницу», фильм «Пожары», готовимся смотреть с Агатой тур с Иванушками, «Колотун». В общем, есть что посмотреть во всех смыслах. Я надеюсь, что вы получаете огромное удовольствие, что вы уже в абсолютно праздничной атмосфере.
потому что мы с вами договорились как-то. Ну, я здесь говорю, но я с вами договариваюсь, что вы наряжаетесь в нарядное платье, мужчины надевают пиджаки, женщины надевают серьги, у вас перед вами изящный бокал, и вы наслаждаетесь прямой трансляцией с 46-го Московского международного кинофестиваля. Впервые на Рутюб прямая трансляция с красной дорожки. Гул становится все громче и громче. На красной дорожке продолжают появляться гости. Здесь рядом со мной в том числе вот-вот появится еще одна гостья, с которой мы с вами познакомимся, и наши с вами списки для просмотров увеличатся. Каждая пара, которая появляется на красной дорожке, безусловно, появляется со своей атмосферой. Добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение? Отлично, прекрасное. Спасибо. Как у вас? Спасибо, прекрасно. Мы с нашими зрителями Рутюба составляем список кинопроектов, которые мы можем посмотреть после красной дорожки, после церемонии открытия. Хочу узнать, какой фильм или какой актер произвели такое впечатление, что вот прям что-то изменилось внутри? Я говорю не о конкурсной программе, да, в целом. Это может быть... Смотреть фильмы сначала, чтобы вы лучше выяснили. Я в предвкушении пока, так же, как и вы. Что больше интересно, российская конкурсная программа, фильмы российские или международные? Интересно всегда все, потому что на Московский фестиваль отбирают самые лучшие картины. Я уверена, они все по-своему интересные, запоминающиеся. Но удастся посмотреть, конечно, не все в рамках фестиваля, но потом что-то обязательно досмотрим, я надеюсь. Спасибо, спасибо. Что вы можете сказать о ММКФ? Какую роль он сейчас играет вообще в нашей киноиндустрии? Почему сейчас? Он всегда играл важную роль. Это такой праздник для нас, кинематографистов. Праздник, который в нашем городе происходит, в столице нашей страны. Это международное событие, которое всегда поддерживалось нашими дружественными коллегами с Запада. Ну, такой, в общем, вселенского масштаба, на мой взгляд, праздник. Но мы его очень любим, по крайней мере. Спасибо. Вы сегодня успели познакомиться с кем-то, может быть, из наших зарубежных коллег? Или еще нет? Я, честно говоря, только зашла. Да, мы очень рады, что вы как бы с этого такого прохладного, скажем так. Погода замечательная, поэтому, как вы понимаете, с улицы невозможно было уйти, но вот пришлось, да, наконец. Вы прекрасно выглядите. Прекрасно. Если не секрет, мне кажется, вот актрисы делятся на категории тех, которые сразу просыпаются красивыми, вот так как мы с вами сегодня, и те, кто все-таки тратит какое-то количество времени на приготовление. Сколько времени сегодня ушло на то, чтобы собраться на церемонию открытия? Сегодня, честно говоря, я не знаю, сколько времени, потому что это был такой долгий достаточно день, предвещал сегодняшний вечер, но обычно мне хватает 2 часов. Спасибо. Как вы любите смотреть кино? Это большой экран, или это друзья, это веселый попкорн, или какая-то интимная атмосфера? Есть такие фильмы, на мой взгляд, которые необходимо смотреть в кино. Я стараюсь не пропускать такие примеры, хотя любой фильм, конечно же, лучше смотрится в кинозале, нежели дома. Потому что здесь возможность поставить на паузу, отойти куда-то, отлучиться. И это всегда сбивает, мне кажется, интерес и внимание забирает у зрителя. Лучше, конечно, делать это в кино, но... Вот такие как-то глобальные фильмы, масштабные, какие-то с событиями батальными. Лучше, конечно, точно смотреть кино. Если что-то такое романтичное, про любовь, где нет особо там каких-то, ну, планов, да, как, допустим, фильм «Вызов». Если это кино просто какое-то такое, можно посмотреть его, конечно, и дома, почему нет, с близкими. Спасибо, спасибо. Вам сегодня приятного просмотра фильма «Церемония открытия». Хорошего вечера. Ну что ж, мы с вами продолжаем знакомиться с нашими гостями. Список кинопроектов, которые в нашем с вами списке прибавляется и прибавляется. Я надеюсь, что вы продолжаете получать огромное удовольствие от прямой трансляции с красной дорожки Московского международного кинофестиваля. Как я и говорила, гости в ожидании официального конкурса, в ожидании того, чтобы посмотреть на картины и потом сказать, что же понравилось больше всего, что же повлияло больше всего и от каких фильмов внутри меняется что-то к лучшему, к светлому, какие приходят ответы.
Следующие гости. Добрый вечер, Александр. Как ваше настроение? Прекрасное. Прекрасное настроение. Чуть-чуть вот, сместимся, так, да, чтобы зрителям нашим было лучше всех видно. Ну что, замечательное событие. Один из старейших в мире международных кинофестивалей. Московский, старше только венецианский, напомню. По-прежнему остается одной из важнейших международных культурных площадок. Надо отдать должное бессменному уже много лет руководителю кинофестиваля Никите Сергеевичу Михалкову, нашему великому соотечественнику, и команде отборщиков, которые в этом году собрали более 230 фильмов из 50 стран. Германия, Сербия, Иран, Индия, Китай, Мексика, Аргентина, Казахстан. И очень интересная программа. Мы, конечно, будем болеть за наших и за русских. Да, кстати, вот вопрос. «Газпром Медиа Холдинг» что-то оказалось здесь в программе? Проекта наших есть во внеконкурсной и конкурсной программе. Наверное, самый интересный, самый заметный фильм будет идти в рамках фестиваля стран БРИКС, который идет в рамках Московского международного кинофестиваля. Там будет фильм «Ненормальный», который мы делали в Китае. Но вообще очень хороший фильм. Всем рекомендую посмотреть. Да, я тоже видела фильм «Ненормальный», просто он произвел на меня неизгладимое впечатление, особенно финальная сцена. Я нашим зрителям не буду говорить, о чем она, но это точно стоит посмотреть. Невероятный кастинг, мои комплименты, я очень была впечатлена. Поделитесь, какие фильмы ждать от «Газпром Медиа Холдинг» в этом году? Я вот знаю, что «Волшебники изумрудного города». Самое большое событие, безусловно, мы готовим к Новому году. Это первый фильм из длинной франшизы. Я верю, что будет еще много фильмов «Волшебник изумрудного города». Большое событие. Осенью выйдет третий фильм цикла «Русь» Екатерина Великая. Уже был Петр Первый, императрица. Вот сейчас Екатерина Великая. И, наконец, я думаю, важно сказать, что под Новый год на ТНТ выйдет новый новогодний фильм. Был уже «Самоирония судьбы» в позапрошлом году. В 23-м году был «Иван Васильевич меняет все». Вот теперь будем делать ремейк «Бриллиантовой руки». Спасибо. Смотрите ли вы фильмы на Рутюб? Ну, я вообще пользуюсь, безусловно, Рутюбом, поскольку это наша национальная платформа. Входит в «Газпром Медиа», напомню, уже более 6 миллионов ежедневная аудитория, более 48 миллионов месячная аудитория, большая платформа, и смотрю там все, и пользовательский контент, и, конечно, кино. Я тоже вчера зарегистрировала свой канал на Рутюб. Да? Да, подписывайтесь на меня. Подпишусь. Договорюсь. Спасибо огромное. Хорошего вам вечера и просмотра фильма. Ну что, я уверена, что сейчас все миллионы зрителей прильнули к экранам, потому что все самые-самые красивые гости только-только подходят сюда ко мне. Мы сейчас с ними будем знакомиться, общаться и пополнять свои списки для просмотров. Как сказал Александр Александрович, мы с вами к Новому году ожидаем выход фильма «Волшебник изумрудного города». Добрый вечер. Ольга, добрый вечер. Мы ждем вас здесь уже все. 7 миллионы собрались у экранов. Мы очень видели. Приятно, я люблю, когда меня ждут. Спасибо. Мы видели вас на красной дорожке. Поделитесь. Актрисы, женщины, мне кажется, делятся на две категории. Да. Те, которые просыпаются сразу, вот как мы с вами. Да, да. И да. Те, которые еще собираются, как бы, ну, им нужно время. Вы тратите время на то, чтобы собираться, или вы сразу просыпаетесь такой? Нет, честно, я просыпаюсь сразу очень красивой. Правда, все мои люди, которые видят меня без макияжа, в обычной одежде, ну, из серии джинсы, топик, пиджак, чистые волосы, они говорят: «Оля, как тебе хорошо без косметики?» Но, девчонки, поверьте, если вы тратите по 3-4 часа на сборы, это нормально, потому что... Это массаж лица, это долгое планирование аксессуаров, акцентов. Поэтому, безусловно, каждый мой выход, он заранее планируется, он заранее подготавливается. Это не спонтанность. Я вообще человек не очень спонтанный. У меня все структурировано, у меня все в графике, в плане. И я всегда пунктуально очень. Я всегда закладываю минимум 2-3 часа на сборы к таким мероприятиям. Плюс всегда беру в уме пробки. Если я слышу от человека фразу... Удивительная женщина, удивительная. Пробки, все это значит гарантия. Гарантия. Если я слышу от человека: «Ой, извини, что я опоздал, были пробки», я говорю: «Ну, ты опоздал, а я нет». Я закладываю всегда на пробки. Глаз потек, прическа не понравилась. Нужно всегда иметь в голове нычку и план «Б». План «Б». Оля, скажи, если выбрать между церемонией открытия кинофестиваля, церемонией закрытия кинофестиваля или провести целый день на ММКФ при просмотре фильмов, например, какой день ты бы выбрала? Но, судя по тому, где я нахожусь, мне кажется, ответ очевиден.
Спасибо. Я надеюсь, что тебе так понравится на ММКФ, что ты придешь и на закрытие, и на показ. Но дело в том, что поскольку я самая популярная ведущая в стране и очень востребованная, у меня нет столько свободных дней в моем графике. Я надеюсь на другое. Я надеюсь на то, что режиссеры нашей потрясающей страны наконец-таки обратят внимание на актрису Ольгу Бузову. Тем более недавно я озвучила главную героиню фильма «Дождь из мужчин». И это сложная была работа, сложная роль. И следующий московский кинофестиваль будет уже непосредственно проходить с моим участием. Это будет фильм «Открытие». Вечера, и я горжусь безумно нашей Россией, страной и кинематографом. Не забывайте включать ТНТ. Если в кинотеатрах вам нет времени туда доезжать, просто включайте ТНТ каждый день, с утра до вечера. Спасибо, Оль, ты очаровательна. Спасибо огромное. Спасибо. Мы желаем Ольге, чтобы ее фильм открывал или закрывал Московский международный кинофестиваль. Это будет байопик, я абсолютно уверена. Тина, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый день всем, кто смотрит трансляцию на Рутюбе. Добрый день, Рутюб. Добрый день, Давид Качаров. Тина, поделитесь, если выбирать между тем, чтобы провести день на церемонии открытия, на церемонии закрытия кинофестиваля или целый день смотреть фильмы на фестивале, какой это будет день? Это будет день, когда мы смотрим весь день ТНТ, Пятницу, ТВ-3. Я человек домашний, я всегда за телевизор. Но если есть такая возможность прийти на такой важный праздник, то мы здесь всей командой, мы сейчас все выйдем. Здесь Александр Александрович Жаров, здесь Аркадий Водахов, Марина Кравец, Оля Бузова. Здесь все наши, вся команда «Газпром Медиахолдинг». Прекрасная компания. Я вас поздравляю. Кстати, недавно вы на премии веб-контента получили там определенное количество наград. Наш холдинг. Браво, да. Браво, браво. Какие ждать от вас новинки в ближайшее время? Борис Ханчлян! Борис Ханчлян! Вот я сейчас позову моего зама Бориса Ханчляна. Борис, если можно, Борис, в двух словах. Борис, нас на Рутюбе спрашивают про новинки. Аккуратнее, не споткнитесь. Какие ждать новинки от вас в ближайшее время? Шоу, фильмы? Сказать, а чем закончились съемки «Выжить в Дубае»? «Выжить в Дубае»? «Выжить в Дубае» все увидят в эфире на экране. Чем они закончатся? Закончились они хорошо. Будут следующие сезоны в других странах. Мы покоряем мир. Для России мир открыт. Если он закрыт, мы его будем открывать. Все больше и больше мира. Короткой фразой добавлю. Вот сейчас, сегодня на оперативном совещании мы обсуждали три страны. Колумбия, Индия, Китай. Остальное смотрите в эфире. Спасибо. Спасибо огромное. Наши гости, вот я о чем я говорила? О чем я говорила? Кинофестиваль для наших гостей – это возможность встретиться, наконец-то увидеться, обняться, обсудить все последние новости. Вот так спонтанно мы делаем. Вот так спонтанно мы делаем семейную фотографию на Московском международном кинофестивале. Мне кажется, что Тина собрала всех фотографов и папарацци вокруг себя. Вот это женщина, вот это энергия. Спасибо, вы неподражаемы. Спасибо. 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 Хорошего вечера. Мы продолжаем прямую трансляцию с красной дорожки открытия Московского международного кинофестиваля, 46-го Московского международного кинофестиваля. Только что здесь был просто тайфун энергии. Тайфун. Но это еще не все гости, с которыми мы сегодня с вами пообщаемся. Добрый вечер, добрый вечер. Привет, привет, как настроение? Боже мой, Изабель, изумительное имя, как настроение? Настроение отличное, несмотря на такую прекрасную дождливую погоду, настроение супер. Изабель, поделись, ты как-то время на Московский кинофестиваль бронируешь заранее, это всю неделю, чтобы прям смотреть, не отрываясь? Или выборочно? Выборочно, выборочно. Вот есть потрясающее кино, надо снимать фильм о любви. Романа Михайлова, если я не ошибаюсь, с Марком Эйдельштейном, с моей любимейшей подругой Александрой Киселевой, где-то она здесь, девочки.
Наташа. Добрый вечер, добрый вечер. Боже мой, боже мой, актеры, агенты, все, все, кто влияет на лицо российского кино. Всем добрый вечер. Давайте тогда сделаем так. Мы с нашими зрителями прямой трансляции на Рутюбе составляем список фильмов, которые мы посмотрим после церемонии. Сейчас можно поделиться фильмом, который произвел неизгладимое впечатление, вот там так, чтобы прям что-то изменилось внутри. Какой это фильм? Или какой актер? Я просто недавно смотрела Даню Воробьева в новом фильме «Почему ты? Я сошла с ума». Очень советую, добавляйте в список сразу. Мне надо подумать, Наташ. Наталья Гнеушева, актерский агент. Я думаю, что не могу говорить о ком-то в превосходной степени, потому что у меня очень много актеров, и я боюсь... Только о своих актерах. Я боюсь кого-то одного отметить, поэтому все фильмы прекрасные, все артисты замечательные, всем прекрасного фестиваля, новых открытий, новых фильмов, потрясений и массу крутых впечатлений эмоции, и эмоций. Да. Согласна. Спасибо. Да. Добрый вечер. Да, нам нужен артист, который так впечатлил, чтобы прям сердце перевернулось, что-то изменилось. Вы из чего-то нового, потому что если брать старенькое, то каждый раз меня меняет фильм «Мистер и миссис Смит». Они открыли для меня, так сказать, чувство прекрасного, потому что лучше и красивее пары в жизни, наверное, не было, на мой взгляд. Спасибо. Анастасия, чего ждать от вас в этом году, в ближайшее время? Чем мы будем наслаждаться? Не знаю, распутством. Подождите, это название фильма? Это название фильма или это сюжет жизни? Нет, у меня на самом деле большое количество сериалов, но поскольку это фильмовый фестиваль, фильмов у меня в этом году не было, только сериалов. Я желаю, чтобы в следующем году на ММКФ появилась первая серия сериала, потому что в этом году в программе есть первая серия. Фильмовый – это была шутка. Я понимаю, что кино, а не фильмовый. Все наши зрители, самые зрители Рутюба, самые понимающие зрители. Они понимают все шутки, даже если это не шутки. Я хочу рассказать, где меня ждать. Мы снимаем сейчас сериал с Тодоровским. Режиссер Кирилл Плетнев, называется «Похищение». Я играю там главную роль замечательными коллегами и партнерами, как Тимофей Трибунцев, Марина Васильева и Артур Ваха и многие другие. Поздравляю, потому что я читала сценарий. Ну, как бы так бывает, что ты читаешь сценарий. Это очень классный сценарий. Я прям советую зрителям. Ждите. Поздравляю, это очень спасибо здоровский большое, проект. Очень приятно. Спасибо. И да, Светлана. Светлана, поделитесь, какой фильм или актер впечатлил вас? Я бы хотела сказать не про фильм, не про актера, а про режиссера. Я посмотрела сейчас, это, конечно, не фильм, но это сериал «Обоюдное согласие» с Гай Германикой. Конечно, Гай Германика прекрасно работает с артистами, и я была бы счастлива принять участие в следующем сезоне. И увидела, как существует Диана Арбенина, и на примере она сказала, что она не актриса, но благодаря тому, что Гай Германика так умеет обращаться с неактерами, она там прекрасна. Поэтому этот фильм, два сезона меня покорили. Света Иванова в первом прекрасна. Мне кажется, что зрители должны сейчас зайти к вам в социальные сети и под каждой публикацией написать: «Мы хотим, чтобы вы работали с Валерией Гай Германикой». Зритель выбирает, зритель голосует, да, они это могут. Мы верим в вас, спасибо вам, Рутюб, зрители. Ну что, спасибо нашим гостям, мы желаем вам прекрасного вечера. Приятно познакомиться. Ну что, друзья мои. У нас впереди еще несколько гостей. Саша, привет, добрый вечер. Олеся, добрый вечер. Привет. Поделись, с кем ты? Боже мой, кто это? Кто это, люди? Так, внимание, мы сегодня представляем фильм, который представлен в русских премьерах. Фильм, который называется «Надо снимать фильм о любви» Романа Михайлова. И, собственно, это исполнительницы главных ролей и исполнители. Это загадочная птица-голубь. Раскрой, пожалуйста, кто ты? Открой нам свое лицо, дорогой Чингиз Гараев. Пожалуйста, покажи, что это ты. Это я. Да. И, собственно, мы очень болеем за наш проект и верим, что он откликнется в сердцах зрителей и найдет свою аудиторию. Спасибо. Поделитесь, ваши персонажи, если же уж мы говорим про фильм, вам близки или максимально далеки?
от вас? Ну, Рома Михайлов славится режиссурой, которая подстраивает сценарий под актера. То есть у нас не было никакого текста, у нас были только исключительно мизансцены, под которые мы подстраивались. И если хоть что-то шло не так, неорганично, по его мнению, поэтому это все сразу вырезалось и делалось исключительно максимально органичным, точным образом под артиста. Поэтому, конечно, это все мы просто в определенных обстоятельствах. Спасибо. Чингиз, давайте вы так ротацию сделайте артистов. Да, я хочу со всеми пообщаться. Привет, как настроение? Замечательное. Ты впервые увидишь на ММКФ этот фильм? Ты его еще не видел вот в полном монтаже? Нет, мы видели черновую сборку, а черновики я люблю гораздо больше на самом деле. В них есть какое-то вот это вот зерно какого-то звука не совсем доделанного, какое-то... Черновик — это что-то личное. И нет, второй раз не видел. В чистовой сборке нет еще. Волнуешься немножко перед тем, как вот в зале это произойдет со зрителем? Он увидит, и ты увидишь реакцию зрителя без черновика. Я не увижу, я не приду. Ты подожди, ты специально не придешь? Или так получается? Или ты очень занят? У нас будет просто пресс-показ сначала, как бы, как обычно это происходит. А когда будет уже на зрителя, мы будем готовиться уже к следующему проекту и проводить кастинг, помогать. Вот, поэтому вот так вот. Спасибо, спасибо огромное. Смена гостей, привет. Как тебя зовут? Меня зовут Дарья. Даша. Зрители трансляции на Рутюбе. Запоминайте, подписывайтесь, следите. Даш, ты видела уже фильм? Да, мы видели сборку фильма. А на, здесь на показе вместе со зрителем ты будешь? Да, мы будем. Будем смотреть все вместе. Чего ты ожидаешь? Что происходит с тобой, когда ты видишь фильм вместе со зрителем? Так как это моя первая главная роль, вообще первый проект, но у меня много трепета. Я очень люблю эту работу. Мурашки побежали по коже. Я вам желаю прекрасного показа, я вам желаю прекрасного отзыва и участников кинофестиваля, и большого количества знакомств. Пускай все пройдет максимально, как это может быть в ожидании молодого артиста. Да, спасибо, вы чудо, спасибо большое, очень рада вас видеть. Ну что ж, друзья мои, на этом наша прямая трансляция с красной дорожки 46-го Московского международного кинофестиваля подходит к концу. Мы с вами увидели большое количество гостей, любимых актеров, составили список фильмов, сериалов, которые мы посмотрим после этой прямой трансляции. С вами были Рутюб, Олеся Грибок. Оставайтесь с нами на Рутюб. До встречи!